Привет, у меня в руках аккумуляторная дрель шуруповерт Hammer Flex ACD-182 Li. Это компактная модель с батареей на 18 вольт. Универсально и удобно. Весит всего 1 кг 600 граммов. Рабочих скоростей 2. Первая до 400 оборотов в минуту. Позволяет просверливать отверстия в дереве диаметром до 23 мм, в металле до 8. Вторая скорость до 1200 оборотов. Для точного выбора усилия при закручивании крепежа есть регулировка крутящего момента. Поворотом муфты можно выбрать одно из 15 положений. Максимальное значение 24 ньютон-метр. Шуруповерт комфортно лежит в руке. Рукоятка покрыта мягким эластичным покрытием. По бокам корпуса есть магнитные держатели, куда можно укрепить часто используемые биты. Другие плюсы – подсветка, быстро зажимной патрон и удобное переключение реверса. В комплект входят два аккумулятора, зарядное устройство и пластиковый кейс. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.